Компания Foodservice представляет тесто-раскаточную машину DRM40-1. Тестораскаточная машина – устройство, значительно упрощающее процесс ручной раскатки теста при производстве множества изделий. В сфере фастфуд, кафе, ресторанах и кондитерских тесто-раскаточные машины применяются при изготовлении чебуреков, пирожков, хачапури, слоек, заготовок для пиццы, кондитерских изделий, коржей для тортов и многих других изделий. Тесто-раскаточная машина DRM40-1 произведена с учетом всех пожеланий пользователей раската. Устройство имеет большую ширину раскатывающих волков 40 см, оптимальный угол наклона стола, ограничивающие бортики по бокам, механизм регулировки зазора от 0 до 1 см и съемная ручка с возможностью установки с обеих сторон. Раскатка может закрепляться на столе в двух положениях благодаря наличию крепежных отверстий с обеих боковых сторон. Закрепление с торца обеспечивает возможность установки раскатки в любом месте стола. Крепление осуществляется с помощью струбцин, которыми комплектуется устройство. В компании Foodservice вы всегда получите профессиональную консультацию по тесто-раскаточным машинам, а также сможете купить модель, оптимальную для ваших задач. Будем рады видеть вас в нашем офисе по адресу: город Киев, улица Полковника Шутова, 9А, компания Foodservice.